Далее. Знает ли Бутерин, есть ли в этом необходимость? Еще раз повторюсь, я об этом говорю на каждом вебинаре. Есть понятие open source решения. Вот все блокчейны это open source решение. То есть это открытый исходный код. Это вы не обязаны покупать лицензию на этот код, да? Спрашивать у кого-то разрешение. Он лежит в открытом доступе. Вы заходите, берете, копируете, если вы понимаете, как программист это сделать. Все, скопировали полностью всю технологию. И все вперед, дальше вы развиваете, как вы ее хотите. Привносите изменения там, в этот код, ну и так далее. Поэтому здесь ставить вообще в известность никого не нужно. Это не лицензия, это не закрытая информация, она наоборот открытая. Почему это делается? Ну, во-первых, это порождает развитие технологий. Вот open source решение, это когда ты можешь забрать уже готовую технологию. Это порождает развитие. Поскольку, допустим, вот мы сделаем хардфорк, мы забрали всю технологию смарт-контрактов, но мы ее улучшаем. Да? Если эфир перейдет на Proof of Stake, они сейчас на Proof of Fork, и пока они там перейдут полностью на Proof of Stake, там есть определенные причины, почему они это сразу сделать не могут, пройдет очень длительный промежуток времени. Мы сразу на POSе, то есть мы уже поменяли технологию, мы уже привнесли в технологию новшество и изменения, которое порождает конкуренцию, а конкуренция – это двигатель, в принципе, прогресса. Да? Плюс мы сделали ставку на изменяемость смарт-контрактов. То есть мы делаем ядро смарт-контрактов, изменяемое. Да? То есть не буду вас грузить техническими вопросами. То есть это тоже уже улучшение технологии. Но мы это делаем для нужд бизнеса, чтобы бизнесу было удобно это использовать. Понимаете? Чтобы не переписывать смарт-контракты, чтобы можно было там поменять. Удобно это решает, это удобно для бизнеса, это удобно для рынка. Это дает масштабируемость всем процессам. А не нужно будет ковыряться, как программист в коде. А, понятно, да? Поэтому Бутерин нам ставить в известность вообще не нужно и не обязательно. Это open source, бесплатное решение, бесплатная технология, которую вы можете скопировать.